Я есм царь. Трон. Король. Или царь. А, знаете, вот он царь. Но не просто царь, а царь всей земли. Уполномоченный царь всей земли, как и все Котейкины. Вот он сидит, восседает со своего трона, наблюдает за подданными своими. Сейчас ему должны принести золото, он должен решить вопросы крыс там, жить крысам или нет, решить вопросы голубей. Заходите, проходи, кушать будем?